В городе Вихревка Иркутской области практически парализована одна из центральных улиц из-за гололеда. Как сообщает наш мобильный репортер, причина не в погодных аномалиях. Дорогу сковало льдом после того, как прорвало трубу холодного водоснабжения. При температуре минус 5 жидкость быстро замерзает, превращая улицу в каток для автомобилей. Лед и невозможно проехать просто. На усиление, на главной улице, где машины не могут проехать. До сих пор все бежит вода, замерзает, становится вот такое. Вот трактор, который хочет это все дело убрать. Он сам очень скользит на снегу, на льду.